Дорогие друзья, всем привет! Сегодня 27 января. Хочу вам показать свою петунию, которую не так давно, а точнее 18 января, я перевалила в 0,5 литров и также сняла дополнительно с некоторых череночек, а некоторые просто прищипнула. Хочу показать, как она себя чувствует. Стоит она у меня на подоконнике при дневном освещении. Вот. И периодически, конечно, ну не периодически, а каждый день я хожу ее и немножко смачиваю верхний слой грунта, так как влажность воздуха здесь низкая. Вот. Чувствует она себя хорошо. В пазухах уже начали просыпаться вот такие вот побеги. То есть стоило только прищипнуть, вот уже там листики уже начали появляться. Вот такие вот пышные становятся кустики, которые у меня были не прищипнутые. Я их прошла и просто срезала верхушку, чтобы также пошло боковое ветвление. Вот на этом хорошо видно, как он начал ветвиться. Красавчик. Так, еще хочу показать вот то, что со мной поделились. Не то, что поделились, а сделали подарочек при заказе. Гортензии крупнолистной. В общем, как я и думала, это калиброха. Калиброшка я ее называю. Сорт оранж. Вот это вот такой вот череночек уже длинный. В принципе, я его тоже могу прищипнуть спокойно. Просто сделаю прищипку чуть повыше. А вот эту вот часть поставлю на укоренение. Сейчас еще покажу вам. В общем, по поводу вот этих вот конкретно горшочков, будут они здесь стоять, буду за ними следить. Пока хотела их монофосфатом калия подкормить, а в итоге смотрю, они неплохо растут и без него. Поэтому пока они у меня будут расти, и буквально через несколько дней я все-таки сделаю им подкормку по листу. То есть сделаю подкормку комплексным удобрением, где в одинаковых пропорциях содержится азот, фосфор и калий. И сейчас я вам покажу всходы петуний, которые я сеяла тоже не так давно, в этот же день, как и пересаживала. И что я буду с ними делать дальше. Поднялась я к своему стеллажу. Вот такие всходы появились. Если я вижу, что вся петунья взошла, листики раскрылись, семидольные, крышечку я начинаю приоткрывать, а потом делаю вот так, если все листики, если семидольки уже раскрылись. Если только начали раскрываться, здесь вот, допустим, да, часть открылась, часть еще не совсем открылась, я жду, когда откроются полностью. Вот здесь вот уже начали открываться. Так как сеяла я поверхностно, конечно, корневая вот здесь вот практически наверху. Ее можно присыпать песочком. Вот так, вот такой вот я еще держу денек приоткрытый с одной стороны. Через денек я сделаю также вот крышку, как вот у этого. А через пару дней крышечку можно просто снять. Ну и, конечно, следить за влажностью грунта. Вот, когда уже будет два настоящих листика у петуний, ее можно будет распикировать по отдельным стаканчикам. Вот это вот, кстати, сорт зашел самый первый
Отличная схожесть. 6 садила, 6 зашло. Вот, какие-то помедленнее всходят. Конечно, вот здесь вот видно, что вот, вот он посерединке. Только-только поднялся, поэтому крышечку я вот буквально только приоткрыла, чтобы дать развиваться уже остальным посевам, которые раскрылись. Здесь вот тоже, вот он посерединке сидит, еще не полностью. Листики он еще даже не это не выдвинул. А так, в принципе, схожесть достаточно неплохая. Все вот эти вот контейнеры, все уже с одной стороны приоткрыты. Стоят они у меня чуть повыше, ближе к свету, ближе к лампе. Вот так вот. Вот лампа уже. Чтобы схожесть была лучше. Петунья любит хороший свет, любит тепло. Вот. А вот этот вот, который у меня уже приоткрыт наполовину, я, в принципе, вот его уже здесь пониже держу. Вот в таком вот состоянии. Еще денек-два, и я крышечку снимаю. Как буду пикировать свои петунии? В какой грунт? Обязательно покажу. Вот еще хочу показать. Это то, что я черенковала. Вся она целенькая. Нету никаких выпадов, так скажем. Корневую я, конечно, еще не смотрю, но она вся живенькая и даже начала вот давать боковые побеги. Периодически там раз в день, в два я снимаю крышку и опрыскиваю по листу. Грунт там влажный, рыхлый. Вот. А пикировка у нас была, получается, также. Так, пикировка у нас была 18-го, да, получается, января. Ну, я все в один день делала. То есть пересадка, пикировка и посев. Вот, все было в один день. Так, это второй сорт. Тоже стоят солдатиком. Дорогие друзья, на этом все. Сегодня сделала обзор по своим петуниям. В ближайшее время могу сделать, если интересно, обзор своих стеллажей. Что у меня взошло, в каком количестве, то, что я сеяла. Вот. Ну, на этом все. Всем пока. Всем хорошего вечера. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если видео было интересным. Всем хорошего настроения.